мощная соковыжималка, для которой не нужно предварительно нарезать овощи и фрукты. Перед нами центробежная соковыжималка Polaris, модель PEA-1241A. В комплекте соковыжималка идут толкатель, контейнер для сока, контейнер для жмыха, инструкция, список сервисных центров и гарантийный талон на 3 года. Корпус соковыжималки сделан из нержавеющей стали. Снизу нескользящие ножки, благодаря которым при работе устройство не будет скользить по столу. У загрузочного отверстия большой диаметр – 85 мм. В такое целиком поместится яблоко или груша. Резать их заранее не потребуется. Жмых автоматически выбрасывается в контейнер объемом 2,7 литра. Сбоку на корпусе находится поворотный переключатель скоростных режимов. Всего их два. Сок из соковыжималки попадает в контейнер емкостью 1,1 литра. Определить объем поможет мерная шкала на стенке. Мощность устройства 1200 Вт, а скорость вращения 21 000 оборотов в минуту. Соковыжималка оборудована системой капля-стоп. После отключения прибора на стол не упадут остатки сока из носика. Устройство автоматически отключится при неправильной сборке и перегреве двигателя. Производитель не советует мыть съемные части прибора в посудомоечной машине. Лучше промывать их вручную в теплой воде с моющим средством. Для очистки фильтра терки удобно использовать щетинную кисть или зубную щетку. Что в итоге? Соковыжималка Polaris станет хорошим помощником для тех, кто любит натуральные соки. У нее вместительные контейнеры для сока и мякоти, поэтому прибор подойдет для большой семьи. А высокая мощность и два скоростных режима позволят выжать овощи и фрукты до последней капли.